Доброе утро! Сложно придумать более летнее блюдо, чем шашлык. И каждый раз вы мучительно подбираете, что же будет к нему на гарнир. Предлагаю решить вопрос раз и навсегда. Сегодня готовим шашлык с салатом коулслоу. Для салата нам понадобится свежая капуста, морковь, небольшое количество ананасов, сметаны и персикового сока. Вооружаемся ножом и мелко шинкуем овощи. Отправляем капусту и морковь в миску и добавляем к ним щепотку соли. Ну а теперь всему этому нужно сделать небольшой массаж. Не повторяйте моих ошибок, возьмите миску побольше. Теперь перекладываем морковь и капусту в контейнер, в котором повезем их на дачу, и займемся соусом. Заправлять салат будем уже на месте. Для соуса измельчим размороженный ананас. К сметане добавляем измельченный ананас, свежемолотый перец и немного персикового сока. Все как следует перемешиваем, и наш соус готов. Что, мангал практически готов. Надеваем перчатки, а затем нанизываем мясо на шампуры. Шашлык будет готов с минуты на минуту, поэтому надо собрать салат. Для этого выкладываем овощи на тарелку и поливаем соусом. Что, шашлык готов, осталось выложить его на тарелку. Вот так легко и быстро из обычных продуктов мы приготовили весьма необычный обед. Готовьте легко, быстро и с удовольствием. И также с удовольствием ешьте то, что приготовили. Пока-пока. Попробуйте шашлык в сливочном соусе с зеленью бренда Троекурово. Сочное, нежное мясо цыпленка в сливочном соусе сделает любой выезд на природу или выходные на даче особенными. А пряный аромат трав придаст блюду особую летнюю свежесть и легкость. Просто и вкусно.